Добрый день, уважаемые читатели! У нас в гостях поэт, прозаик, член Союза писателей России, ведущий рубрики «Книжная лавка» на радио «Поморье» Игорь Гуревич. Недавно в московском издательстве «Сказочная дорога» была издана книга Игоря Гуревича «Зона отчуждения». И мы хотим задать автору несколько вопросов. Как появилась эта книга? О чем она? И кому в первую очередь автор порекомендовал бы ее прочитать? О чем книга «Зона отчуждения» сказано в аннотации. В новую книгу вошли повести и рассказы, лейтмотив рассказанных историй «Останови, читатель, подумай, вспомни, может быть что-то грустное, мимолетное, а вдруг за этим воспоминанием откроется тебе что-то очень значительное и важное». Это написал издатель, ну а издатель вдохновился той преамбулой, которую дал я как автор. Объясняя, почему такое название у книги «Зона отчуждения», книги, в которую вошли рассказы и повести за два десятилетия нового, столетия, написанные мной, я вспомнил ситуацию с вылетом, с полетом. Когда мы проходим зону досмотра и попадаем в так называемый накопитель и ждем вылета нашего самолета. Вот этот накопитель, вот эта чистая зона, она и называется зоной отчуждения. Мы уже не в прошлом, мы уже не на земле, но мы еще и не в небе, мы еще не в полете. Что в это время делать? Время, которое нам выпало, когда от нас ничего не зависит. Все зависит от того, насколько хорошая погода установилась, насколько надежен самолет в техническом плане. И все. Что делать? Вспоминать, может быть, что-то грустное, что-то веселое. Разобраться в себе, поговорить с собой. Или, может быть, услышать чью-то историю, пообщаться с человеком, который оказался с вами вместе в этом накопителе. Я когда писал «Зону отчуждения», я не предполагал, что мы окажемся вот всем миром в этой ситуации, в которой мы сейчас оказались, пандемии, карантине. Это тоже зона отчуждения. И в какой-то мере это хороший повод для того, чтобы разобраться в себе, наладить отношения со своими близкими, ну и почитать мою прозу, мою книгу. Я благодарен за предисловие, которое к этой книге написал Александр Павлович Лысков, член Союза писателей, мой друг, с которым мы уже общаемся несколько лет. Он рассказал, приоткрыл завесу над каждым буквально рассказом и повестью этой книги. Кому интересно, может найти это предисловие в интернете. Неплохо написала искренне о книге Анна Кашина, критик. Мне тоже импонирует то, как она рассказала, о чем эти истории, о чем эта книга. Ее критическую статью тоже можно будет найти в интернете на моей странице. Но а сам как автор я только немного добавлю к сказанному моими товарищами и критиками. В каждом рассказе, в каждой повести герой попадает в ситуацию, которую можно бы условно назвать зоной отчуждения, его личной зоной отчуждения, когда надо самому сделать выбор, что-то решить. Иногда это смешно, иногда это похоже на детектив, иногда это трагическая ситуация, как в повести «Две жизни». Но для примера рассказ «Анонимная надпись»
о том, как следователь, молодой следователь Комитета госбезопасности расследует историю анонимной надписи на пакгаузе «Смерть КПСС». Вот к чему его эта история приводит. Согласитесь, неординарная ситуация или подобная же комическая ситуация, когда ведро картошки из самой Колумбии, отправленное тоже генералу, тоже КГБ, пропадает в неизвестном направлении, и как его подчиненный пытается решить эту проблему. Или история черепашки Фроси, которую мама и сын едут хоронить. Ну как же, это ведь любимица семьи, да? Она что-то для них значит. Вот как эта ситуация их, может быть, объединяет или наоборот? Надо читать об этом. Есть не только герои человеческие в моих рассказах. Там вот я уже упомянул и черепашку Фросю, есть и замечательный пес, у которого ищут холку, или крысеныш Яшка, или кошка Кити из повести «Сцены из жизни Яшки Штейнбока». Но эти животные, скрашивающие нашу жизнь, это еще один всегда повод для того, чтобы поговорить о людях, о их поступках, об их отношении к жизни. Повесть, например, «Осенний чёс» рассказывает о том, как такая группа из трех человек проводит социологический опрос в некой северной области, и этот опрос связан с выборами губернатора. Вроде бы веселая история, но в ней есть и грустные, опять же, нотки. А главное, есть то, о чем я всегда помню и всегда хочу рассказывать. О том, что мы едины, что в нас больше общего, чем разного. Неважно, из Москвы мы или из Северной области. Неважно, есть у нас два высших образования и звания кандидата, или мы просто работаем в автомастерской. Но чтобы услышать друг друга, чтобы понять друг друга, ну, надо прислушаться хотя бы. Надо разглядеть то хорошее, что в нас есть. Вот об этом моя книга «Связь».